Воспитанники Канского детского центра «Уймют», а именно подготовительная группа, с раннего утра готовятся к главному зимнему празднику – Новому году. Детишки с неким волнением ждут своих выступлений. Настало время спускаться в зал к главным зрителям малышей, к их родителям. А после по сценарию маленькие актеры показали новогодний спектакль. Эта группа воспитанников уже в 2019 году выпускается. Выходит, это их последняя елка в стенах любимого садика. Детишки с радостью играли, плясали на их небольшой сцене. Воспитанница Адеми Чулпункулова рассказала новогоднее стихотворение и через голубые экраны поздравила семью и своих друзей. Все деревья в белых шубках, мягкий падает снежок. В окнах огоньки сверкают, наступает Новый год. Поздравляю маму, папу, дедушку, бабушку, всех родственников, подруг, друзей. С наступающим Новым годом желаю счастья, улыбки. Подготовка шла усердно, воспитатели выложились на все 100. Выступления детей подарили аудитории море смеха и добра, а маленькие воспитанники сада подготовили новогодние стихотворения и с радостью прочитали их гостям. Поздравить родителей, сказать им огромное спасибо за поддержку, за понимание, и которые совместно с нами работают в воспитании своих детей. Также всех поздравляю с наступающим Новым годом. Будет Кай, Герда. Именно мы взяли не взрослых, а чтобы детки показали свои таланты. Ну и вот дети вас не подвели? Нет, вы что, мои детки самые лучшие! Моих деток самых лучших, самых любимых. С Новым годом, с новым счастьем, чтобы все-все было самое лучшее. Этот год у нас последний. Мы с детками нашими попрощаемся. Будет очень грустно, очень жалко с ними прощаться. А родители волновались еще больше и громко аплодировали своим маленьким актерам. Уже после концерта мамы поделились своим впечатлением и были приятно удивлены. Очень хороший праздник устроили нам наши дети. Их улыбки радуют и нас тоже. Они счастливы, а значит и мы. Спасибо им и воспитателям за настроение. С Новым годом! От имени родителей поздравляю наш садик. После уже ребятишки получили на руки свои сладкие подарки от Деда Мороза и вышли в хоровод. Кажется, именно этого момента и поджидали большинство маленьких ребят. Отметим, в детском центре «Уймют» обучается свыше 200 детей, а как выяснилось, еще и талантливых. Лиза Баубакова, Дастан Касканов, Нью-ТВ.